Эти аплодисменты друг другу. В зале собрались ребята, которые стали победителями и призерами конкурса. Участвовали только те, кто учится на юридических факультетах. Номинаций две. Лучшая исследовательская работа в сфере защиты конституционных прав детей среди студентов вузов и аналогично для учащихся среднего профессионального образования. Мельгуй Анастасия! Анастасия Мельгуй учится на первом курсе в РАНХИКСе. Она победитель среди учащихся высшего образования. Тема исследования – право ребенка на имя. В наше время родители переусердствуют, когда выбирают имя ребенку, и потом у ребенка появляются проблемы в социуме. В данный момент ЗАГС не имеет права отказывать родителям, если они хотят как-то назвать своего ребенка. Чтобы контролировали органы, чтобы было адекватное имя у детей. Еще одна актуальная тема – защита прав несовершеннолетних от угроз сети интернета. У ребят свои взгляды, что изменить и дополнить, чтобы не нарушались права детей. Я предлагал ввести более, так скажем, законодательный уровень информационной безопасности в плане фильтрации информации, чтобы было отдельное информационное поле, в котором подростки спокойно могли пользоваться интернетом, и вся поступающая информация, которая содержит в себе угрозу, была ликвидирована. Мы где-то спорили с вами по поводу перспектив их законодательного решения, но все вы умнички, все вы ищущие, все вы в поиске были, это самое главное. Действительно, в споре рождается истина. Конкурс проходил в два этапа. Сначала жюри оценивали анонимные работы, а уже потом в очной форме участники защитили свои проекты. Помимо двух номинаций, еще и специальный приз уполномоченного за предложение по совершенствованию законов для защиты прав ребенка на имя. Армен Мурукян, Виктор Левченков, События, Брянск.